Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жану Самаюктам Бинда Ванам Манухар Ванша Калпатару Ваше Кипасинду Бевач Патитананг Павуни Бхавишна Бебхио Намо Намаха Муканкароти Бачаланг Пангунланг Хайтагирим Ятки Патаманг Ванди Парамананда Мадавам Бендавай Тусиде Байпиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвайхи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нанчайва Нараттама Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катха Падеше Гаурия Батрашья Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барану Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Банотапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Джатпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи Токимапикабхавадушва Дарши Пурнанурагра Сосагра Сарамурти Саратикамай Када Кифам Кароси Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Шри Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Шиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ломбита бхужау канука бодато Шанкиртанай капитару камала хитакшу Вишамбару дижавару югадхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши хитабам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги саджусва бадане Лакшмир жасвача бхакшаси Жасьясте хиде сангид Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари.
Твам бхакти йога парибхавито хиссару жасасе шутекшита патанунана тупамсам жады жады тхияту уругая вибхавайанти таттада бапу пранаяси садану грахару Твам бхакти йога парибхавито хиссару жасасе Шутекшита патанунана тупамсам Джади джади дхияту уругая вибхавайати Таттада бапу пранаяси садану грахайо Сисила бхакти сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру told Сисила бхакти сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что мы либо заинтересованы в своем счастье, либо в счастье публичном, счастье окружающих. На самом деле мы, наша глубинная цель — доставить удовольствие Бхагавану Шри Кришне. Гаудия Гоштхипати, Джагадгуру, Шрила Прабхупада сказал, что мы либо боремся за собственное счастье, либо за счастье общественное. Но мы преданные, заинтересованные лишь в полном удовлетворении Бхагавана Шри Кришны. Мы всегда стремимся удовлетворить Кришну, потому что если Он будет доволен нами, все и все будут счастливы. Если вы не верите тому, что я говорю, попытайтесь примените это в своей собственной жизни. Если у вас есть к чему-то привязанность, к деньгам, положению, что бы вам не нравилось, если у вас есть сильное влечение, привязанность, примените это в своей собственной жизни. Подарите, отдайте объект своей привязанности Кришне. И тогда вы увидите, что все ваши проблемы будут решены. Вы это не применили в своей жизни, не знаете на собственном опыте, поэтому не верите в эти слова. Но это правда. Однажды один человек, он не был преданным, тем не менее, он любил Прабхупаду, обладал любовью к нему, как вот первоначальный, восхищался им. Однажды Прабхупад сказал ему, «Тебе нравится курить?» Он покупал себе дорогой, хороший табак. И Прабхупад сказал, я могу организовать человека, который будет крутить тебе сигареты, следить за тем, чтобы у тебя был этот табак. Но ты возьми и выброси все свои сигареты в Гангу, отдав их Кришне. И он сделал это. А на самом деле он курил очень долго. Но после того, как он это сделал, вся привязанность ушла. То есть он отдал свою привязанность Кришне. И Прабхупад говорит, что если вы думаете о себе, о собственном счастье, это греховная деятельность. Это греховно, потому что абсолютно ничего в этом мире вы не можете назвать своим, сказать, что это по-настоящему принадлежит вам. Ни единой вещи в этом материальном мире не принадлежит вам. Вы не можете говорить «мои деньги», «моя слава», «мой почет», да даже ваше тело не принадлежит вам. Если оно действительно ваше,
Почему вы не можете полностью контролировать его? Почему утром вы себя чувствуете хорошо, а после обеда не очень? Ведь если тело ваше, оно должно повиноваться вам. Таким образом, даже тело не ваше, но единственное богатство, которое у вас есть, единственная ваша собственность — это Кришна. Признаете вы это или нет? Единственное, чем вы обладаете, все, каждый здесь, единственным богатством всех нас является лотосные стопы Шри Кришна. Поэтому Горкишардас Бабджи Махарадж совершал баджан на той стороне Ганги, и кто-то из преданных из Шандипура пришли к нему получить его даршан. То есть этот человек захотел вместе с Бабджи Махараджем совершать уединенный баджан. Тем не менее, он пришел с женой. Дети остались дома, ну, имеется в виду, они уже выросли, между ними уже было поделено наследство. Много таких случаев. И люди, вот эти муж и жена, решили начать совершать баджан на берегу Ганги. Они поклонились Бабджи Махараджу. Бабджи Махарадж спросил: «Откуда вы?» «Мы из Шантипура». «Мы приехали сюда, потому что хотим совершать баджан на Навадвипе». «Очень хорошо. Вы одни приехали?» «Ты один приехал, то есть пришел один муж?» «Я приехал с женой». «А жена вместе вы живете или отдельно?» «Мы отдельно живем, друг от друга». «Мы хотим жить, как в Ванапрастхе». «А что насчет готовки? Что вы едите? Кто готовит, ты или жена?» «Моя жена готовит». «Что сегодня кушали?» И он начал перечислять разные явства. Мунг дал, жареные баклажаны. И Бабаджи Махарадж рассмеялся. Как ты можешь наслаждаться, продолжать наслаждаться пищей, в то время как ты потерял, лишился всего? Когда мы что-то теряем, мы рыдаем, нам ничто больше не интересно, нам кажется, что мы лишились собственной жизни. Но ты с тобой это произошло, и ты не плачешь, ты не сокрушаешься. Кришна ушел из твоей жизни, а ты жуешь дал, жареные баклажаны. Таким образом Бабджи Махарадж преподнес урок этому человеку. Все хотят защищать собственные интересы. Но как долго мы можем поддерживать вот эти свои интересы? Поддерживать то, что нам нравится? Как долго мы можем наслаждаться? Настанет момент, когда нам придется оставить тело. Итак, Бхагаван наделяет нас милостью в соответствии с нашим настроением. Не каждый, то есть всем положена разная милость, разные степени милости. Прохлад Махарадж говорит мальчикам-демонам. О, мои друзья, шукам индиокам дитя дехо йогена дехинам сарватра лаббати ясмад ятха дукхам аятнатаха. Прахладма speaking to those small boy, my friend, school friends. Шукам индиокам дитя дехо. Он говорит одноклассникам. Сарватра лаббати ясмад ятха дукхам аятнатаха. I have seen. Я сам видел, как нищий
стал миллионером. Около нашей Гошалы живет один бедный человек, который едва сводит концы с концами, но внезапно в лотерею он выиграл 16 лакхов рупий. Это огромная сумма. Когда я был маленьким, я слышал, как один парикмахер он жил в Южной Калькутте. Он выиграл в лотерее также огромную сумму. Я еще знал одного человека, который был обувщиком, то есть он очищал, чистил обувь на улице. И также он стал миллионером. Таким образом, это не что-то необычное. В этом нет ничего удивительного, потому что порой вы можете стать царем, порой нищим. Потому что Махапрабху говорит, Браманда Брамите, Кона Бхагавана Джив. Джива то становится царем, и я знаю таких царей, а потом они становятся нищими, уличными попрошайками. Одного такого человека, жену убили, и он стал нищим. Итак, кто чем управляет? Бессмысленно заявлять, что вам что-то принадлежит, что вам принадлежит какая-то собственность, какие-то богатства. Итак, Прохлад Махарадж говорит своим одноклассникам. Хорошо подумайте, поразмыслите сами. Наслаждение доступное в любой форме жизни. Тем не менее, настроение, наслаждение может меняться, изменяться. К примеру, если живое существо рождается в форме свиньи, как свинья, если бы мы с вами родились свиньями, мы бы охотились за испражнениями. Естественным образом они бы привлекали нас. Мы бы сразу же начали их искать и наслаждаться ими. Если кто-нибудь берется помыть свинью хорошим шампунем, а потом укладывает на какие-то роскошные кровати, в комфортную... И что, разве понравится свинье это? Нет, никакая роскошь не понравится ему. Потому что ему нравится жить на улице, в канализации. Ему очень нравится, приятно жить в таком месте. Таким образом, наслаждение соответствует нашим самскарам. То есть то, что нам нравится, зависит от наших прошлых впечатлений. Таким образом, хорошее и плохое — это относительное понятие. То, что для вас хорошо, для меня кажется плохим, а то, что для вас плохое, для меня кажется хорошим. Таким образом, это временные концепции. Точно так же боль и удовольствие, боль и счастье тоже временные. Они зависят от ваших предшествующих самскар, предыдущих самскар. Мне было хорошо во Вриндаване, где было 40 плюс 45, 46, но вы бы, оказавшись в таких условиях, почувствовали, что умираете. В Индии
Раджастан и Гуджарат, в этих местах крайне жарко, очень жарко. Но люди же там привыкли к этому. Им нормально в таких условиях. Но если бы вы туда поехали, вам бы было сложно выжить там. А если бы я вас, тех, кто привык к южным странам, поместил в Сибирь, где минус 20, вы бы замерзли от холода. В смысле, умерли от холода. Но там люди живут и счастливы, потому что они привыкли. Таким образом, все зависит от наших самскар, от наших впечатлений. Everything depends upon this, you know, is apparent factors. So those who are going to concentrate, таким образом, те, кто сосредотачиваются на временных вещах, лишаются всего, лишаются знания. Почему, как человек обретает знания? Знания бывают двух категорий. Почему люди не могут... Мой вопрос в том, почему люди не могут надолго сохранить себе какое-то знание? Почему саду становится мудрым? Потому что у него нет камы, вожделения. Если есть желание наслаждаться, знание испаряется. Оно не задерживается в нас надолго. Ведь знание и кама, вожделение, не могут существовать вместе. Точно так же, как и преданность и кама, наслаждение, желание наслаждаться. Там, где солнца, нет тьмы. Когда солнца нет, повсюду тьма. И также сказано в Чайтанья Чаритамрите. Там, где есть Кришна и преданные Кришны, не может быть Майи. Но вечное знание присущее даже живому существу, потому что внутри атмы заложено полное знание. Сейчас оно покрыто. Я не говорю о вашем нынешнем состоянии, я говорю о изначальной атме, о чистой душе. Она полна трансцендентного знания. Она самосияющая. Гьяна мой, Пракаш мой, Ананда мой. Она наполнена наслаждениями, счастьем, но в обусловленном состоянии мы этого не видим. Потому что, когда туча находит на солнце, его больше не видно. В таком же состоянии находится наша душа. Тучи накрывают солнце и становится темно. Тем не менее, солнце присутствует на небе, оно никуда не исчезает. Лишь потому, что тучи заслоняют его от нас, мы не можем его видеть. Также происходит во время солнечного затмения. Таким образом, татва гьяна и дивья гьяна не может исчезнуть из вашего сердца. То есть она присутствует изначально в вас, и гуру и вайшнавы помогают вам ее обрести, то есть имеется в виду убрать оболочки с нее, покрытие. И Прохлад Махарадж говорит, что совершенно естественно страдать и наслаждаться.
Возможно, сейчас вы родились как люди, как в теле человека, а в следующей жизни вы можете стать слоном и наслаждаться уже теми наслаждениями, которые доступны в теле слона. Если вы родитесь в раю, там огромные вариации наслаждений. Там столько наслаждений, что нет времени задуматься о том, кто я есть. Как мы можем наблюдать здесь, в богатых странах, люди как сумасшедшие, они подобны животным, подобны кошкам и собакам. У них нет времени сконцентрироваться и задуматься о вопросах бытия. Тем не менее, в этих странах соответствие с исследованиями больше всего самоубийств. Потому что они сходят с ума из-за наслаждений, из-за денег. Они наслаждаются изо всех сил, но когда эти наслаждения достигают пика, они осознают, что уже нечем наслаждаться, разочаровываются и не видят смысла жить, совершая самоубийство. Как вспомните случай с принцессой Дианой, жена принца Чарльза. But she is not satisfied. He is going with somebody and driving the car full speed. Maybe 300 kilometers per hour. Она ехала с кем-то очень-очень быстро. Then meet with one accident. И попала в аварию. Accident, such an accident that detective department, police department cannot understand who was that lady. И такое произошло с телом в этой аварии, что нельзя было различить, кто есть кто. Тела уже нельзя было опознать. В конце концов, при помощи медицинских исследований было установлено, что это была действительно принцесса Диана. И я хочу задать вопрос, почему бы ей было не наслаждаться? Просто наслаждаться жизнью. Понимаю, когда какие-то бедные люди, но у нее было все. У нее все было открыто ей. Все наслаждения. Тем не менее, она... умерла. То есть она не берегла, получается, свою жизнь. Из-за этого попала в эту автокатастрофу. You cannot say. Sometime Asura going to attract Indra flying from heaven. So nacha Indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinaha, but sukham asti viraktasya munir ekanta jivana. Those who can realize the tattva of the whole world, man, woman, property, everything, they can realize the tattva, they can concentrate. Но те, кто осознают, те, кто способны сконцентрироваться на абсолютной истине, они осознают, что в этом мире нет ничего, чем можно было наслаждаться, и ничего стоящего. Здесь пустота. Здесь тьма и пустота, потому что нет Кришны. Без Кришны одна лишь тьма. Вот такого Кришна-бхаджан. Это настроение, в котором возможно совершать Кришна-бхаджан. Я пытаюсь донести до вас это прямое сознание. Старайтесь совершать Кришна-бхаджан, потому что благодаря ему вы обретете высшее сокровище. Но для этого необходимы ваши усилия. Если вы не будете совершать Кришна-бхаджан, Кришна может обмануть вас. Мы должны следовать настроению читания Махапрабху.
идти по стопам Шад Госвами, Чайтанья Махапрабху. Естественно, мы не должны следовать обманщикам, не должны следовать нечестивым людям. Мы должны избрать подлинного гуру, принять полного гуру. Итак, только саду может осознать эти истины. Именно поэтому Бхагаван в Гите говорит. Передавая нам прямое осознание. Джаниса сарва бхутанам тасям джаграти санджами. Джасям джаграти бхутани саниша пашвато муне. В этой шлоке говорится, что материалисты всегда начеку. Они следят за тем, чтобы ничего не потерять, чтобы не лишиться положения в обществе, не лишиться богатств, денег. Они защищают свои интересы. Но они ничего не знают о собственном богатстве. Им совершенно неинтересно защищать, имеется в виду подлинное богатство. Свое подлинное богатство они защищать не хотят. Саду встает в 3 утра, а такие люди только ложатся к этому времени. Бхактивинода Тхакур вообще повторял баджан всю ночь. Потому что демоны спали, а он спокойно молился, воспевал Харинам. Пять колонок ставят, когда Кали-пуджа, фестиваль, праздник, 5 колонок. Так музыка кричит. Невозможно спать. Единственное, что можно, это повторять Харинам. А если пойти попросить сделать их потише, они начнут возмущаться. Таким образом, мы никем не можем управлять. Если вы хотите исправить этих людей, чтобы они вели себя, как кажется вам правильно, это не увенчается успехом, потому что прежде всего вы должны исправить себя. У вас полно недостатков. Гуру и Вайшнавы должны исправлять других, а вы должны работать с собой. Если будете кого-то стараться исправить, изменить, вы лишитесь всего. В связи с этим в Гите сказано, то богатство, к которому никто не стремится, уникальное богатство, несравненное богатство ждет вас. Но вы, глупцы, не хотите получить его. Несметные сокровища ждут вас, но они никому не нужны. Таким образом, когда для материалистов ночь, утро, саду совершает баджан, но когда материалисты в полном сознании, когда они бодрствуют, выискивая, кто тут хочет обмануть меня, в это время спит саду. То есть спит, имеется в виду, что ему совершенно это неинтересно. Саду интересен баджан, а материалистам баджан совершенно неинтересен. В то время как материалистам интересны материальные вещи, а саду нет.
Они очень, материалисты очень экспертны в вопросах, касаемые наслаждений. Они ставят камеры наблюдения, наблюдают за всем, пытаются контролировать все. Но нам нужно поставить камеры наблюдения в своем сердце. Это более практично в нашем случае. Чтобы наблюдать, что происходит у нас в сердце. Итак, Бхагаван Шри Кришна объясняет, что обусловленные души ждет несметное сокровище. Тем не менее, им совершенно неинтересно оно. Но то, что неинтересно саду, то, что тот, чего стремится отказаться, то есть то, с чем не хочется прикасаться саду, с такими вещами, как камини, канчан, материалисты, глупцы, очень сведущие во всех этих вещах. В Упанишадах сказано, почему вы не забираете богатство, которое предназначено для вас? Бхагаван приготовил для вас огромные сокровища. И они ждут вас. Вы можете обрести, взять их и разбогатеть настолько, что никто в сравнении с вами не встанет. Именно поэтому Махапрабху и говорит, что без любви к Кришне жизнь человека подобна жизни нищего. Сделай меня своим слугой, Гурудев, и плати мне зарплату в форме Кришна премы. Итак, мы должны знать, что нас ждет несметное сокровище, несравненное сокровище, према, татва-вигьян. Осознав татва-вигьян, вы сможете, вы осознаете, что вы самый удачливый в этом мире, в этом творении. Но вы не стремитесь к этому. Вкратце сейчас я расскажу о шлоке, с которой начал. В соответствии, Бхагаван отвечает вам, взаимодействует с вами в соответствии с вашей бхавой. Об этом говорит сам Бхагаван. Итак, Бхагаван предстанет перед вами в таком образе, какому соответствует ваша бхава. Тулсидаджи Махарадж около Гопешвара. Обрел даршан Бхагаван Шри Кришны. Но он явился для того, чтобы проверить его. Потому что у Тулсидаджи была привязанность к Рамачандре. Он взмолился и сказал, «Мой Иштадев — это Рамачандра. Я буду более счастлив, если получу его даршан». И тогда Кришна изменил свой образ и прислал как Рамачандра. То есть это подтверждает то, что говорится в шлоке, что Бхагаван является нам в таком образе, который соответствует нашей бхаве.
А парамахамсы все, что их окружает, видят как проявление своего гуру. Куда бы они ни посмотрели, они видят гуру. Они не видят мочу испражнения мужчин, женщин. Потому что их даршан чист. Когда Прахлад Махарадж спрашивает, где твой Бхагаван? Когда Хираньякашипу спрашивает Прахлада, где твой Бхагаван? Он повсюду, и даже в колонне, да, и даже там. И тогда Хираньякашипу ударил, силу ударил по колонне и вышел Нарисимхадев. Таким образом, это доказывает то, что Бхагаван находится повсюду, но он, мне он явится именно в том образе, который соответствует моему настроению, моей бхаве. Также есть история с Браманом, который поклонялся в Куле-Двипе Вараха Бхагавану. И он получил его даршан. На Парикраме мы заходим в это место. Браман стал проливать слезы и кланяться ему. Если вы поклоняетесь всю жизнь Нарисимхадеву и достигнете сиддх, достигнете совершенства, вы получите даршан Нарисинге. А гопи? Получает даршан Нанда Кришны. И по-другому быть не может. Мы сможем обрести даршан Кришны, только если мы будем следовать гопи, иначе невозможно. К примеру, Мирабай также поклонялась Кришне, и она хотела достичь Нанданаши Кришны, но она не поклонялась гопи. Она не следовала Радхарани, не следовала гопи. Соответственно, она и не смогла обрести даршан Нанданаши Кришны. Она достигла успеха и встретилась лишь с Дваракадиша Кришной, Кришной из Двараки. И Лакшми Деви, она по сей день совершает аскезы в Билване, но так еще и не встретилась с Нанданаши Кришной, потому что она не готова следовать Шримати Радхарани. Она считает, что она богиня процветания, богиня богатств. С какой стати она будет следовать пастушкам Враджа? Она надеется на успех, но это тщетно, потому что она не следует правилу. According to our Baba, you can. Someday I can explain all in details about this sloka. That first you will have to depend upon Shrota. All success depend upon how exclusive. Прежде всего, мы должны полагаться, то есть наш успех прежде всего зависит от того, как мы слушаем. Ключ к успеху заключается в слушании в Шрота. Насколько вы поглощаете и перевариваете Харикатху. И в соответствии со степенью этого вы обретаете осознание. Таким образом, прежде всего, необходимо слушать от исподлинного источника, а затем стараться увидеть. И бессмысленно до Харикатхи смотреть на божеств, стараться получить их даршан. Это материальное видение, которое можно увидеть лишь мочой испражнения. Материальные глаза бессмысленны. Именно поэтому Биломангал Такур хотел выколоть их. Was paid up with the material darshan. There is nice, beautiful lady. There is this
В конце концов, он понял тщетность материального даршана, материального видения, когда он смотрел и видел мужчин и женщин. В конце концов, он выколол материальные глаза. И был доволен тем, что ослеп. И именно тогда Кришна захотел, очень захотел даровать ему милость. Ведь Биломангал Такур был браманом по рождению, был очень благочестив, но потом сбился с пути. А Кришна — браманадев. Он тот, кто благоволит браманам. И в конце концов, Биломангал Такур развил третий глаз. Он смог видеть третьим глазом. И именно третий глаз направлял его ко Вриндавану, во Вриндаван. Он, казалось бы, не мог видеть, тем не менее, он знал, где Вриндаван. Он же был слепой. Как он смог дойти, спросите вы? Да даже если у вас сейчас и есть два зрячих глаза, вы все равно не можете пешком дойти до Вриндавана. Но он смог. Он успешно дошел. И он совершал баджан 750 лет на берегу Брахмакунды. Он наслаждался баджаном. Бхагаван являлся ему. Когда ваши глаза обретут трансцендентное видение, когда Харикатха проявится в вашем сердце, когда вы обретете отречение, отрешенность, а привязанность ко материальному уйдет, вы сможете увидеть все лилы. И не нужно будет куда-то бегать, куда-то идти. Вы будете сидеть на одном месте и наблюдать Кришна лилы и Махапрабху лилы. Все это возможно. Тем не менее, необходимо для этого необходимо трансцендентное видение. Авадхут Махарадж продолжает преподносить нам, рассказывать нам о своих уроках. Тем не менее, Авадхут Махарадж не является нашим идеалом, потому что наш идеал — это Махапрабху и Нитянанда Прабху. Если вы будете размышлять так, что «О, нам как он, так же можно лечь на улице и просто ничего не делать». Это неправильно. Наротам Такур, к примеру, пишет своему баджане. Необходимо привести в гармонию учения прошлых и нынешних ачарьев и воспользоваться благом их учения. Прохлад Махарадж, несомненно, очень возвышенен. Он также мой гуру, тем не менее я следую. Мой идеал — это Махапрабху. Бхагавата Бхакти, потому что Бхагавата Дхарма описана в шастрах, и мы следуем ей. И Бхагавата Дхарма обладает несколькими уровнями, в ней несколько уровней. Все, и Прохлад Махарадж, и все те, кто описаны в Шримад Бхагаватам, являются последователем Бхагавата Дхармы. Тем не менее, Бхагавата Дхарма венчает Бхагавата Дхарму Рупануга Баджан, и мы следуем Рупануга Вайшнавам. Парамахамса те, кто за пределами материальной природы, понимают. Они учатся каждую секунду, куда бы они ни посмотрели, они извлекают из этого урок. Если они посмотрят на вас, они также что-то вынесут для себя.
out of that bad thing, he can get the extract cream. Oh, it's bad. Даже если они видят что-то плохое перед собой, они из этого извлекают уроки. Full moon time, full moon is there. But after that, gradually moon going to lose his, his portion of body. Как он рассказывал, наблюдал за луной, когда она то убывает, то прибывает. А затем ее становится не видно на небе. А потом она достигает своего полной своей формы. Пурнимы. Она то увеличивается, то уменьшается, но с внешней точки зрения, с Луной на самом деле ничего не происходит. Луна как была, так и есть. Она не меняет свою форму. Тем не менее, в соответствии с нашим видением, она то уменьшается, то увеличивается. В соответствии с тем, насколько она освещена Солнцем. Луна — то. Больше в размере, то меньше. Потому что Земля движется, освещение Луны меняется. Именно поэтому нам кажется форма Луны разной. Солнце отражается на поверхности Луны. То есть, прежде всего, Солнце падает на Луну. Уже Луна отражает солнечный свет. И именно это отражение мы и видим. Но когда мы достигаем такого положения, когда когда солнце светит на него с другой стороны, нам кажется, что ее вообще нет, потому что мы не видим освещенной поверхности. И Адхут Махарадж говорит, что от этого я извлек урок, что на Атму не действует время. Атма не имеет возраста. Возраст влияет только на тело. Вы рождаетесь у своей мамы, мама вас растит, вы подрастаете. Из ребенка в юношу достигаете зрелости и старости. А затем оставляете тело. Итак, атма вечна. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: Арджуна, ты столько думаешь, ты бессмысленно когда одежды, то есть ты, твои размышления беспочвенны и бессмысленны, когда ты, твои одежды изнашиваются, становятся старыми, ты просто идешь в новый магазин и покупаешь новые. Ты, и выбрасываешь старые. Точно так же. Точно так же происходит с телом и душой. Она оставляет
состарившееся тело и обретает новое. Вы оставите свое тело и вновь родитесь в Индии, как маленький ребенок, как младенец, и вас какая-нибудь другая мать будет растить. А возможно, кто знает, вы будете танцевать в киртанах Кришны. Кто знает, возможно, с вами произойдет это. Не нужно рождаться где-то еще на земле, лучше родиться здесь. Хотя и здесь тоже не так уж хорошо, потому что сейчас люди оскверняют нынешнюю ситуацию, ныне мир. Сами полубоги молятся, пожалуйста, если мы что-то сделали хорошее, пожалуйста, награди нас рождением на планете Бхараты, то есть на Бхарата-варша, как людей, то есть в человеческой форме жизни. Итак, вера может изменить, дхарма может измениться. Повсюду, то есть все меняется в мире. В Индии были времена, когда мусульмане подвергали гонениям индусов. Также Англия влияла на жителей Индии. Тем не менее, все эти давления не смогли изменить веру Индии, потому что вера Индии основана на ведах, на ведической культуре. Вы можете изо всех сил стараться изменить мою веру. Но ничего не выйдет, потому что у меня очень твердый фундамент моей веры. С самого детства я... Еще в детстве я подражал Раване. Раме мы разыгрывали игры. Рамайны, а люди приходили посмотреть на наши представления. Мы не репетировали, просто чистая импровизация. Кто-то становился Лакшманом, кто-то Хануманом, кто-то Рамачандрой. И так забавлялись. А на праздник красок и на тоже устраивали праздники на фестивале Кали, на Виджая Дашами Рамачандра отправился на Ланку, когда Дургу, божество Дурги, опускают воду. И как раз вчера был фестиваль свет, то есть Дипавали. Вы, может быть, даже не представляли, почему мы тут все украшали, но глубинная суть в том, что именно в этот день Рамачандра победил всех на Ланке и, забрав Ситу, возвращался домой. Именно поэтому в этот день все дарят друг другу подарки, одеваются в новые одежды, радуются, танцуют. На Радакунде украшают тысячами огоньков все. Обставляют это тысячами, тысячами лампадок. Когда я был там, я был потрясен. Такое ощущение, что я попал на Голока Вриндавана. Настолько красиво. Все светится, все в свете, в огоньках. Итак, мы должны развивать наше трансцендентное видение. Все, все есть, все здесь. Остается только увидеть это. Вчера также мы говорили о голубях, которые
были очень привязаны друг к другу. Когда охотник поймал все эти птенцов, прилетела мама и в панике также попала, угодила в сети. Когда прилетел отец семейства, увидел ситуацию, подумав, «Боже, как теперь жить? Они же моя жизнь и душа». И также угодил в сети. Сам добровольно полетел в сети. То же самое происходит и с нами. Мы находимся в сетях майя. И кого-то, объект нашей привязанности в сетях майя, а мы добровольно летим в эти сети. Таким образом, чрезмерная привязанность плоха. Хорошо, если мы развиваем привязанность к Гуру, Вайшнавам и Бхагавану, это дарует нам успех. Но привязанность материальную необходимо уменьшать. Десятый мой гуру, говорит Аватхот Махарадж, это питон. Я наблюдал за тем, как он лежит в одном месте, никуда не ползет, ничего не ищет, просто спокойно лежит. Но если кто-то, какой-то зверек, пробегает мимо него, около его рта, он просто глотает его. Питон просто лежит и ждет, когда жертва сама прибежит к нему. Питон — это огромная змея, достигая 60 фут. Они огромные, как демоны, очень-очень сильные. Итак, питон не прикладывает никаких усилий, чтобы где-то что-то найти в себе в пищу. Сама пища приходит к нему, и тогда он ее съедает. Like ocean, follow. Prahlad Maharaj speaking that it is not good. Prahlad Maharaj same thing. It is not good to try to acquire all property, money, position, all. Normally, I am not speaking. You can stay inside your room and stay doing next to nothing. Но я не говорю, что вы должны закрыться в комнате и ничего не делать. Я не говорю, что вам подходит такой образ жизни. Тем не менее, я говорю о естественных усилиях, что вы должны делать. Что вы можете делать, вы должны делать. То есть ваши усилия должны быть направлены на служение Кришне. Хорошо, мне должен зарабатывать деньги. Я должен делать это. Мне надо готовить. Я также готовлю, но готовлю для Кришны. Но не поддаваясь раджагуне, не как люди в раджагуне. Естественные усилия, то есть не чрезмерные, а какие-то деньги, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнь, можно зарабатывать. Но вот такие желания, как «я должен стать миллионером», «мне нужны состояния», это демоническое настроение. И оно препятствует преданному служению. Чем больше денег вы будете зарабатывать, тем больше неудовлетворения будет у вас. Как я уже рассказывал, люди, которые достигают пика наслаждений, понимают, что дальше ничего нет. Все равно, что мираж в пустыне. Они бегут за наслаждениями, но в конце концов осознают, что их нет, их не существует. Я обманут майей, а теперь уже время оставить тело.
Итак, прежде чем разочароваться, лучше не дожидаться того момента, когда вы когда будете разочарованы, потому что следующий шаг после разочарования — это суицид. И мы видим, как в западных странах больше всего людей, которые совершают самоубийство. Мы должны наслаждаться трансцендентным саду, гуру и вайшнавами. На самом деле, подлинные наслаждения в нашем сердце. Мы по глупости своей ищем их вовне. Тем не менее, они находятся в нашем сердце. А мы, как слепые, ищем их. Можно целыми днями петь, танцевать, как Прахлад Махарадж. В Бхагаватам сказано, что он танцевал и пел один, сам с собой, как сумасшедший. Таким образом, наслаждение уже все наслаждения вас. Естественно, что для того, чтобы поддерживать свою жизнь, нам необходимы какие-то деньги. Можно зарабатывать их ровно столько, сколько необходимо. Но не как это делают демоны, больше, стремясь заработать больше и больше. Because everybody, you can point out one man who is not going to get enjoyment. You can point out in the whole. Во всем мире не сыскать и одного живого существа, который не стремится к наслаждениям. Никто не хочет страдать. Никто не хочет боли. Все хотят наслаждаться. Каждая дживатма. Тем не менее, они страдают. Почему так происходит? Они не хотят боли, но они страдают, они получают ее. Потому что это происходит в соответствии с нашими поступками. Мы получаем расплату за свои грехи. Или что-то то есть, если у нас на судьбе написано, что не по судьбе нам что-то, это не произойдет с нами. Таким образом, не нужно забывать, что за каждым нашим действием следует расплата. Или материальное благополучие, что также неблагоприятно для баджана. Завтра мы продолжим. Запомните шлоку, с которой я начал. Таттадбапупранаяси шадану грухайо Твам бхакти йога парибхавито Хиссару жу асасе Шутекшита патанунуна тапумсам Джад джад дхият уругая вибхавайати Таттадбапупранаяси шадану грухайо Ванчакалпадрвасики пасиндвай Патитанан бхаванипа